привет! Это интернет-магазин Фотос. Я Юлия Рябухина, и нас сегодня пригласили в офис LG, потому что здесь у нас трам-трарам, очень торжественное событие. Я обложилась, у меня аж три сэмпла LG G-Flex, три сэмпла и две руки. В общем, мы сегодня будем рассматривать. У нас очень ограниченное количество времени, но мы вам покажем этот OLED-телевизор в миниатюре. Узнаем, действительно ли его можно царапать и действительно ли у него задняя крышка регенерируется. И зачем он вообще такой изогнутый, и приедет ли он в Украину. И при этом сколько будет стоить. В общем, поехали. Начнем с основного. Значит, изогнутый экран. Во-первых, для чего же это нужно? Правильно? Очень логичный вопрос. Наше соображение, здесь удобства может быть три, как нам кажется. Во-первых, если вы положите его в карман брюк и вдруг нечаянно на него сядете, то, я думаю, с ним ничего не случится, потому что максимальное давление, которое выдерживает этот аппарат, это 80 или 82 килограмма на точку. То есть, если вы будете его сгибать вот так рукой, или, не знаю, видно, не видно, вот мы его гнем абсолютно, и он выравнивается, становится абсолютно прямым, и ничего с ним не случится. Во-вторых, это огромнейший дисплей, 6 дюймов, эта лопатка совсем не маленькая, но при этом за счет своей изогнутости вы можете одной рукой достать до обоих краев. Вот, и когда вы будете прикладывать телефон к уху и разговаривать, он уже как бы от уха, одним динамиком и микрофоном уже у вас возле лица. Ну и третье, за счет того, что это покрытие здесь OLED, пластиковый OLED, то это как маленький OLED-телевизор. Правда, стоит он не 107 тысяч гривен. Вот, и вот так вы его поставили, оперли на свою чашку утреннего кофе, к примеру, и можно смотреть видео. При этом любой контент здесь выглядит очаровательно, несмотря на то, что разрешение экрана не Full HD, но Full HD видео он проигрывает и снимает даже 4К, которое пока что нам негде посмотреть, но мы обязательно его для вас снимем. К примеру, как Максим плачет, что этого телефона у него никогда не будет. Блин, мне кажется, он все-таки классный. И у меня его не будет. Очень удобно играть. Вот тут Максим, вот покажите. Максим уже несколько десятков минут тут сидит и играет в машинки и никак не хочет отпускать этот телефон из рук. Потому что действительно очень и очень и очень и очень удобно. Да, хочу. Что касается технических составляющих этих аппаратов, третий, который у меня похитил Максим, потому что он им никак налюбоваться не может, то он абсолютно полностью напоминает нам LG G2, потому что здесь все тот же Snapdragon 800 и 2 гигабайта оперативки, и 32 гигабайта встроенной памяти. И единственное отличие, которое мы здесь получили, это, конечно же, 6 дюймов диагональ экрана. Очень большая диагональ и очень большая батарейка, потому что если в LG G2 это было 3000 мАч, то в LG G-Flex уже 3500. Но за счет того, что разрешение экрана немножко уменьшилось, теперь это не Full HD, и аккумулятор показывает очень большие выносливые результаты. Короче, как нам тут рассказали в компании, ребята заряжали эти телефоны вчера утром, сегодня уже без малого 2 часа дня, так что вот они живут. Как нам кажется, весьма и весьма неплохой результат, тем более для 6 дюймов, тем более для такого прожорливого процессора, и тем более, что кроме нас, обзорщиков, тут еще целый табун таких же обзорщиков пробегал, которым интересно пощупать и поглядеть на эту штучку. Что касается операционной системы, то здесь Android 4.2 и LG-шный лаунчер, но с интересными особенностями. Их здесь парочку. Они открываются после того, как вы двойным тапом включаете, значит, экранчик и открываете кулиски вашего родного кинотеатра. Здесь у вас есть весь ваш медиа-контент, быстрый доступ до контента, фотографии, видео и видяшки на YouTube. У нас сейчас, наверное, просто подключение. Ага, вот здесь уже, кстати, открыт наш канал. Вы можете заходить на наш канал и смотреть. Сразу быстренько переходите на фото и смотрите, что же там мы еще от компании LG пообозревали. Вот. И вторая интересная функция, она открывается, когда вы зажимаете кнопочку «назад». Здесь, не знаю, как она правильно называется, но она весьма прикольная, потому что вы можете выбрать два приложения.
которые будут одновременно работать у вас на одном рабочем столе. К примеру, вниз вы спускаете смс-ки, а вверх, к примеру, все тот же ютубчик, потому что вам же интересно обзор LG G-Flex посмотреть. И одновременно вы можете смотреть наш обзор и здесь писать смс-ку другу, к примеру, что вам понравилось или что не понравилось. Также здесь у вас много всяких функций, которыми вы можете разделить экран. Тут, к примеру, гуглить, тут писать мемо, всякие штучки. Вот, то есть выбор огромен и велик, потому что вы все Юлия и Цезарь и одновременно умеете делать 10 дел. Хочу сказать про камеру, потому что, несмотря на то, что она вроде как технически осталась так же, как у LG G2, есть некоторые особенности. Во-первых, видео снимает 4К. Ура! Нам, правда, пока его посмотреть негде. Но! Что? Непонятно же, зачем. Непонятно же, зачем. Вот, тут, как бы мы уже получаем первые комментарии от пользователей. Вот. Но так как такая возможность есть, то есть прогресс не стоит на месте, мы все когда-нибудь получим 4К телевизоры и обязательно будем смотреть отснятые 100 лет назад видео. Такая у нас будет ретроспектива. Вот, но это прикольно, мы компанию LG поздравляем. Это первый телефон, который снимает 4К видео. С другой стороны, как нам тут подсказали эксперты, которые тестируют его уже второй день, говорят, что время фокусировки на ближних и дальних объектах сократилось. То есть теперь телефон соображает немножечко быстрее. Мы тут сделали пару тестовых фотографий. И я вам сейчас покажу то, что больше всего меня интересовало в этом телефоне. Это, конечно же, крышечка, которая умеет регенерироваться. Тут до нас кто-то уже поэкспериментировал с этой крышкой и царапнул монеткой, ребром монетки, телефон от сих по сих, очень глубоко и очень здоровски. Вот, и если мы увеличим немножко кадр, то мы увидим, что этот шрам у телефона начинается здесь и заканчивается вот где-то здесь, но он регенерировался, и осталось только вот момент самого глубокого порезика. Вот, поэтому если вдруг вы по глупости своей положили телефон в карман рядом с ключами и при этом не терли его осознанно друг от друга, то, думаю, с крышкой ничего не случится. Вот, при этом она останется такой же красивой, диагонально типа как бы металл, но это все-таки полимер, который умеет самоустанавливаться. Именно за него в Корее платят около $1000. Поэтому, если телефон все-таки в Украину приедет, сколько он будет стоить, мы не в курсе. Но вот скажите, если цена будет приблизительно такая, то стоит ли платить за изогнутый экран и полимерную крышку, которая самовосстанавливается, около $1000? Да. Вот. Да. Да. Короче, у нас к вам вот такой вот вопрос. Максим говорит, что да, а вы пишите в комментариях свое мнение, потому что нам очень-очень-очень интересно всем, мне, Максиму и Карине, которая работает тут как бы с этими телефонами непосредственно, и пишите свои отзывы о этом телефоне. Вот, но так как у меня еще есть пару слов, которые я хочу сказать, то вот эти слова, значит, компания LG, мало того, что в короткие сроки привезла этот телефон в Украину, так еще и добавила к ним кучу всяких аксессуаров. Значит, крышечки на выбор, их миллион, всяких разных ярких, они не самовосстанавливаются, но они смогут защитить ваш, значит, корпус. И даже вот такая вот штучка, если вы хотите всем похвастаться, что корпус этот легко поцарапать и как бы на наглядном примере показать, как это делается. В общем, аксессуаров к нему уже целая куча, восторженных отзывов о нем уже целая куча, и денег за него придется отвалить целую кучу. Вот в комментариях и пишите, стоит оно того или нет, ждете вы его или нет, и хотите ли вы его пощупать. В общем, это был наш самый короткий на свете обзор про LG G-Flex. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и ждите новых видео. Быть может, мы его когда-нибудь сможем разыграть. Да. Вдруг?